Вітаю, в ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про операцію «Курорт-2018». У нас в студії начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області Владислав Ракіпов. Я вас вітаю. Операція «Курорт» вже не вперше, вже п'ятий рік вона здійснювалася так, і стосується вона безпосередньо обігу підакцизних товарів у курортних зонах відпочинку Миколаївського, так би мовити, Причорномор'я. Ну, по-перше, які основні результати ви могли б назвати по операції цього року? Потім поговоримо і про динаміку, і будуть у нас ще думки з цього приводу. Будь ласка. Ну, основні результати, можу сказати, що вони дуже позитивні, кожен рік вони тільки улучшаються. Так, наприклад, на території Чорноморського побережжя нашого головним управлінням Государственной фискальной службы Николаевской области было выдано 621 лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 71 лицензию или на 13% больше, чем за аналогический период 2017 года. То есть мы видим прирост новых торговых объектов и заведений. В местные бюджеты поступило 244 тысячи гривен платы за лицензии. Это я хочу повторить, это все местные бюджеты, непосредственно это село там, Коблево, Рыбаковка, Черноморка, города Чаков поступают они. Что касается по территориальности, то на территории, если брать Березанского района, Коблево, Рыбаковка и Морское, то было выдано 418 лицензий на розничную торговлю. Из них 42 из них было выдано 268 лицензий на алкоголь и 150 на табак. Если брать по Очаковскому району, Очаков, Черноморка, Луговое, то было выдано у нас 203 лицензии, из них 126 на алкоголь, 77 на табак. То есть, в принципе, как бы динамика положительная. Мы видим, что каждый год количество лицензиантов и плательщиков наших увеличивается, становятся более, так сказать, законопослушными. Те, що збільшується кількість тих, хто отримує ліцензію, це просто розвиток цього напрямку бізнесу? Чи є якась, можливо, можна припустити, що частина бізнесу виходить із тіні? Ну, можна сказати, как бы 50 на 50. Угу. Це і нові торгові об'єкти розвиваються, які легальний бізнес, так сказати, законопослушний, що плательщики увеличують свої якісь торгові об'єкти. А також, звісно, ми бачимо, що те, кто пытались работать по черным флагам прошлые года, были за это как бы штрафованы, к ним применили штрафные санкции. Они все-таки поняли, что выгоднее и правильнее оформить лицензию, сделать все необходимые документы и уже действовать в рамках уже действующего законодательства. Ну, вы назвали загальні цифри, а що стосується результатів перевірок, скільки їх було, чи всіх перевіряли, ну, і які наслідки? Ну, перевіряли ми всіх, ми, к сожалению, хватить не можемо, в принципі, оно не надо, ми не карательний орган, ми все-таки прежде всего, сервисная служба и партнеры нашим плательщикам, но в то же время... Это выходит как лотерея такая? Ну, не лотерея, в то же время мы проводим анализ, проводим отбор субъектов хозяйствования, которые там мы видим какие-то предварительные нарушения, либо попадают в зону риска по определенным там, нашим, так сказать, внутренним критериям профессиональным. В этом году было проведено нашим управлением 42 проверки на территории Черноморского побережья. По результатам этих проверок было выявлено 49 нарушений законодательства, которые регулируют учет алкогольных напитков. По материалам этих проверок были приняты штрафные санкции на сумму 533,8 тысяч гривен. Уже на сегодняшний день мы видим, что поступило 217 тысяч гривен в бюджет по принятым штрафным санкциям. Опять же, эти все штрафы поступают в местные бюджеты. Непосредственно, если это большая часть штрафа была по Коблево в зоне отдыха, то все эти штрафы пойдут уже в Коблевскую территориальную громаду. Если брать 2017 год, то в 2017 году было применено штрафных санкций на сумму 312 тысяч гривен. Угу. То есть мы видим... А проверок сколько было? Проверок в прошлом году было 36. То есть, ну, в принципе, идет увеличение. Увеличение проверок и увеличение штрафных санкций. Да. Оці штрафні санкції, ну, вірніше, штрафи повинні сплатитися у певний період. Є там якісь терміни? Да. Місяць дається після отримання налогового оновлення рішення, дається місяць на добровільну оплату. А якщо ні? А якщо ні, тоді вже передаються матеріали на обращення судебної станції для, так сказати, принудительного вже стягнення до всіх сум в бюджет. Ми поспілкувалися телефоном перед програмою із головою Асоціації туристичного та оздоровчого бізнесу «Відродження» Тетяною Квасняк.
Вона, ну, звісно, це логічно погодилася з необхідністю таких перевірок, але при цьому вказала і на проблему. Пропоную зараз її послухати і обговоримо. Я считаю, что проверки нужны в любом случае. Налоговая должна проверять, так как все должны работать с лицензиями, с документами, официально оформленные должны быть предприниматели. Независимо, это временный бизнес, это курорт или это не курорт, законы для всех одинаковые. Но единственная проблема у нас вот на курорте, это не только на нашем курорте, это для тех, кто работает, проблема с теми, кто работает нелегально. Те, кто торгуют непонятными напитками, непонятным вином, непонятными напоями, их невозможно, оказывается, проверять. То есть налоговая может проверять только те, кто взял лицензию и знают имя предпринимателя, фамилию, только на тех могут прийти проверки. Вот это проблема нашего налогообложения. Ни милиция, ни налоговая не могут проверить тех, кто работает нелегально. Вот это вот и есть главная проблема нашего курорта, так сказать. Потому что все остальное, те, кто платят налоги, стараются работать со всеми документами. Все нормально, и все работают, все придерживаются. Но куда обращаться, чтобы проверить тех, кто работает без документов, вот это вот осталось непонятный вопрос. Ну, я часто чую від підприємців, і від тих, хто об'єднані у профспілки підприємницькі, що нелегали, ті, хто працюють нелегально і в темну, вони для них гірші навіть вороги, ніж загалом для держави. Тому що вони забирають у них на, скажімо так, роблять їх неконкурентоспроможними, тому що вони не сплачують податків, не сплачують решту якихось зборів і тому подібне. Ну, прокоментуйте, будь ласка, наскільки можливо зачепити таким чином і нелегалів цими перевірками? Чи можливо це? Я хочу сказати, чуть-чуть, как бы, не совсем така інформація правильна, що ми не можемо перевіряти нелегальний бізнес, mm-hmm. людей, у которых нету ліцензії. Если у людей нет лицензии, мы тоже приходим, проверяем. Просто есть определенные нюансы в нашем законодательстве, кого именно мы можем проверять и какие материалы кто составляет. Если сотрудниками там, нашего управления, либо сотрудниками, ну, в целом, главного управления ГФС, да, если дежурная часть, или, ну, у нас есть налоговая милиция, появляются какие-то факты реализации алкогольных напитков, там, табачных изделий, без наличия разрешительных документов, то на это есть свои определенные меры реагирования, которые отличаются просто по процедуре. Тогда подключается наша налоговая милиция, которая оставляет административный протокол, изымает всю продукцию. Также граждан, скажем так, которые не зарегистрированы как физические лица, предприниматели или там юрлицо, их может проверять, изымать, составлять на них протоколы. Это наша национальная полиция, которая, в принципе, этим и занимается постоянно. Поэтому говорить, что если нет у тебя, ты не предприниматель, тебя никто не проверит, тебе ничего это не будет, это не совсем правда. Тебя все равно проверят, только просто у тебя будет не проверка, а у тебя уже будет по-другому называться. У тебя ставится протокол, и твоя продукция будет изъята. И уже протокол отправится не в налоговую, а отправится в суд, и по решению суда уже будет там какая-то ответственность и все остальные процедуры, которые этим предусмотрены законом. Ну, а насколько это частое явище, чтобы сами нелегалов знаходили, ловили, притягали? Сказать, что как бы, таких фактов вообще нету, нельзя. Да, есть факты, мы находим. Это, в частности, касается там, территории особенно нашего центрального рынка, там, рынка Колос. Но были такие факты выявлены, когда в ходе там, проведения каких-то контрольно-перевозочных мероприятий были замечены такие объекты. Вызывались сотрудники либо нашей налоговой милиции, либо сотрудники национальной полиции, которые на наш вызов приезжали, это все документировали, составляли свои материалы. Це ви про Миколаїв. А в зонах відпочинку таке трапляється? То же саме, да, то же саме. І різниці нету. Тобто, як Миколаїв, або це там Коблів, або Рибаковка. Везде є сотрудники національної поліції. Плюс к нашій операції курорт були привлечені сотрудники нашої налогової міліції, які по необхідності з нами виїжджали і теж ходили, отрабатывали как бы, побережжя. Просто, може, це сильно не афішується, тому що об этом не стараються говорити ті граждане, у которых це все позабирали. И на них составили протоколы. А предприниматели больше об этом могут говорить, потому что всегда есть у них вопросы, почему я, почему ко мне, не почему кому-то другому пришли. Ну, а если вот ось такие законослухняні, легальні підприємці знають про те, що хтось десь, не знаю, в якій там кількості, працює нелегально, вони можуть звернутися, повідомити? Вони можуть сообщити нашу дежурну часть.
которое их заявление будет зарегистрировано и отработано, и получит как бы обратную связь, ответ. Они могут непосредственно прийти к нам в управление, написать жалобу или просто позвонить нам, сказать. Потому что много случаев, когда, особенно по селам, когда ездишь там по району на проверки, люди потом приезжают, когда там были там оштрафованы или была проверка, вот у меня там сосед, там, а вот там чуть дальше. Говорю, ну понимаете, мы всего не знаем. Вот вы знаете, что у вас есть какой-то недобросовестный конкурент, который не платит налоги и все остальное, занимается реализацией каких-то продуктов. Это же не обязательно только алкоголь, напитки или табачные. Это реализация там, ну не знаю, сахар, хлеб. То есть любой даже продуктовый магазин должен все равно иметь документы и оформленных людей и тому подобное, уплачивать налоги, сборы. То вы об этом сообщаете, и мы будем реагировать. Сейчас часто к нам начали обращаться главы сельсоветов. Мы им писали письма на все райадминистрации, на глав райадминистрации о том, что дайте нам обратную связь, пожалуйста, пройдите у себя работу, инвентаризацию. Если есть такие факты, какие-то магазины, какие-то будки, ларьки, которые осуществляют реализацию, ну, мы писали от себя именно под акцизом товаров, пожалуйста, сообщайте нам, мы будем отрабатывать. У нас была отработка вот сейчас Кинбургской косы, там 8 или 9 проверок у нас было. Как бы все, в принципе, из них 6 проверок, это было, люди без лицензии торговали, пописывали им как бы штрафы немаленькие. Потому что была обратная связь с органами власти, они нам там сообщили, сказали, кто, что, как. Мы уже приехали, оперативно это все отработали. То есть тут важен контакт тоже от наших граждан, от предпринимателей, от органов местного самоуправления, от любых организаций, даже общественных объединений и тому подобных. Якщо говорити про цьогорічну операцію «Курорт», які порушення найчастіше зустрічалися і чи є якісь зміни, динаміка за роки? Ну, що принципі, чогось більше стало, чогось менше? В принципі, динаміка плюс-мінус одинакова, тобто нарушення у нас чуть специфічні, вони, в принципі, повторяються. Ну, так було 10 фактів – це реалізація алкогольних і табачних ділів без ліцензії, 10 фактів, які було зафіксовано. А це, до речі, йдеться про торгівлю на, ну, грубо кажучи, на базарі, там на ринку, чи це магазини, якісь торгові це точки? Це магазини, торгові об'єкти, да, магазини, кафе, то есть, це різного виду об'єкти. Це може бути кіоск, без різниці. Було 5 фактів реалізації сигарет по цінам вище, ніж допустима максимальна ціна. То есть, всі знають, що на пачці сигарет є... Це вже ресторанна націнка була? Ні, к сожалению, законом предусмотрено максимальная цена реализации табачных изделий, то есть сигарет, на каждой пачке есть МРЦ, максимальная розничная цена. И к ней разрешается добавлять 5%, это, так сказать, розничный акциз, который платится, опять же, местный бюджет. Выше законом запрещено по цене продавать сигареты. Такие вот у нас было 5 фактов. 14 фактов была реализация алкогольных напитков по ценам ниже индикативов. То есть тоже государством установлена минимальная цена на определенный вид алкогольной продукции, будь то ли вино, коньяк, или водка, или шампанское, ниже как бы действующему законодательству запрещено продавать. Ну, то есть, скорее всего, это фальсификат, або просто власноручно вырубленный? Ну, нет, это не фальсификат, это чаще всего это просто предприниматели почему-то забывают об этих ценах. І стараються в погоні, щоб продати дешевле, щоб, ну, більше купили, ціни десь його знижати. Купили, тобто, да, мали витратити певну суму, не нижче, знову таки, якогось мінімуму. Ну, і що на цьому заробити? Звісно, є оптова ціна, по якому оптова база там, або оптове підприємство продає її, і є мінімальна рознічна ціна, ніж якої не можна. Ну, деякі підприємці, к сожалению, об этом либо забывают, либо хотят, там, щоб більше у них покупали її, чуть-чуть ниже опустити ціну. Демпінгують трошки, ну, так. Можна, ну, але так про фальсифікат це так само може бути? Може свідчити, так? Може бути фальсифікат, да. Просто если... спирт розвели і поставили? Ні, ну, якщо фальсифікат, тоді це вже будуть і другі нарушення собою потягнути. Тобто не тільки це буде ціна, це буде вже і факт зафіксованих фальсифікованих алкогольних напитків, там, і без марок акцизного налогу. Тобто це повлече за собою ще кучу нарушень за фальсифікат. Также было у нас установлено 2 факта реализации сигарет поштучно, что тоже запрещено действующим законодательством. И 2 факта у нас было, что касается, вы говорили, фальсифицированных, но это были не фальсифицированные, были контрабандные элитные алкогольные напитки. 2 факта таких было без марок, как бы зафиксировано тоже сотрудниками нашего управления. Це напої алкогольні? Так, да, алкогольні напитки.
за останні роки, чогось більше, чогось менше, чи приблизно? Ну, рівень. Приблизительно, но каждый год все одинаково. Может, что-то какое-то там плюс-минус, одно-два нарушения где-то увеличивается, соответственно, там что-то уменьшается. Ну, динамика, как бы, количество проверок, оно чуть увеличилось, и количество нарушений тоже чуть увеличилось, если прошлым годом брать. Ну, у нас и увеличилось, и количество лицензиатов. То есть, примерно, динамика идет у нас вот. Якщо володієте ситуацією по різних зонах відпочинку, ну, Коблево, Очаків, Рибаківка, десь більше порушень, десь менше, чи тримається рівно? Ну, смотри, тут тяжело сравнивать, потому что мы же понимаем, что самая массовая зона отдыха – это у нас Коблево. Ну, еще город Очаков, но Очаков – это, в принципе, город, там уже все предприниматели не сезонники, которые на 3 месяца поработали, закрывают там магазины, в принципе, все там рестораны, кафе. Работают круглый год. Там предприниматели уже более дисциплинированные, они работают круглый год, постоянно они знают, так сказать, получше все нормы законодательства и соблюдают. Конечно, массовое нарушение больше всего это в Коблево, в зоне отдыха непосредственно. Мы говорим не за село, в селе тоже Коблево есть предприниматель, который работает там круглый год, магазины, там кафе. Мы говорим именно за зону отдыха Коблево, непосредственно на, где, скажем, находится наше море. Там массовость нарушений больше всего. Опять же, чем это еще связано? С тем, что предприниматель съезжается в Коблево со всей Украины, открывая там торговые объекты. И в фоне того, что у них есть 3 месяца, это суматоха побыстрее все. Иногда много товара, много туристов, наплыв большой. Бывают какие-то недочеты, там какие-то не успевают они что-то там сделать. И, к сожалению, оно приводит к применению потом штрафных санкций. Ви згадували сьогодні про те, що чималі кошти від зборів або від ліцензії потрапляють до місцевих бюджетів, до місцевих громад. І ще також перед ефіром я телефоном поспілкувався із старостою Рибаківського старостинського округу Коблевської об'єднаної територіальної громади Олександром Антоненком. І він також, в принципі, і це логічно, підтримуючи контроль і перевірки, тим не менш вказав на певне таке адміністративне непорозуміння, тому що зона відпочинку Рибаківка не є частиною села Рибаківка. І тому не так багато важелів впливу у місцевої громади на цю територію. Ну, послухаємо і потім трошки прокоментуємо, будь ласка. Операція курорт у вас це добре, але у нас чуть-чуть ситуації різні. Наприклад, є у нас курортна зона Коблево, яка входить в межі населеного пункту, і там органи місцевого самоврядування мають певні повноваження. Була створена комісія по легалізації, і там вони ходили і разом з податковою, я так думаю, тому що я не є в цій комісії, вони працювали над наповненням бюджету, щоб там виконували всі норми закону податкового. А ось територія Лугівська, Лугаве у нас курортна зона є, і Рибаківка, вони є за межами населеного пункту, і там повноваження більше адміністрації районної. І, чесно кажучи, я навіть і не знаю, чи в цьому році виходила податкова і працювала. Я просто не можу навіть сказати. Ось чому. От, бо в мене повноваження закінчується в межах от населеного пункту. То, що ми зацікавлені, так, але ось і за, скажімо, прогалин в законодавстві у нас нема повноважень таких от на ці дві території, Лугівську і Рибаківську. Поки що немає, поки ми не внесли їх у межі населеного пункту. А так, звісно, зацікавлені місцеві органи влади завжди, а зараз тим паче зацікавлені, тому що податок на 60%, акцизний податок повністю йде в сільську раду. Тут парадокс, що з тієї території податки йдуть в Коблівську об'єднану територіальну громаду, але повноважень як такових у нас немає. Наприклад, договори оренди на землі, повністю всі дозвільні документи на підприємницьку діяльність видає адміністрація Березанська. Поки що так. Там режими погодження роботи, це все йде через адміністрацію, не через сільську раду.
Ну, якщо я вірно розумію, то і гроші за видання ліцензії так само не могли потрапити в Рибаківську сільську раду, якщо в Рибаківській зоні відкривалося. Ну, плата за ліцензії платиться по закону непосредственно в то місце, де осуществляється торговля. Тобто, якщо це торговля в Рибаковці, там, то плата йде в сільський совет Рибаковки. Ну, він якраз мав на увазі, що воно йде до району. Да, до району. Йде він в район. Ну, це якби ми на це повлияти не можемо. Ну, але є такий факт, бачите, такий факт, саме на наших зонах, у наших зонах відпочинку. Що касається, от він сказав, не слышал, була ли налогова. Налогова була і в Рибаковці, була і в Луговому, налогова була. Просто коли перевіряють налогова, це чому, може, нас не слышно? Тому що ми працюємо в правовому полі, ми стараємося з всіми суб'єктами бути в нормальных отношениях и приходить на проверку не как какой-то карательный орган, а все-таки людям показать, что у них что-то не так, если есть. Если у них все хорошо, то мы это только приветствуем и говорим, что молодцы, у вас все хорошо. И стараемся без работы, без каких-то эксцессов там, и тому подобных ситуаций. Ну, я так думаю, він просто мав на увазі, що ці перевірки, і цей процес взагалі повз сільську раду, вірніше старостинський, тепер уже округ, пройшов, тому що все вирішується через Березанку, районну адміністрацію. Ну, наші перевірки ні з ким якби не согласовуються. Угу. Це наша фактична перевірка, вона діє без предупреждення плательщика такої перевірки, і ніяким органом місцевого самоуправління ми з перевірки не согласовуємо. Тому вони можуть і не знати, що ми там перевіряємо. І не повинні. Да, в принципі, і не повинні знати. Зрозуміло. Як підприємці реагують на перевірки? Чи всі з розумінням ставляться? Ну, хоча б ті, хто не порушує? Ну, скажімо так, у всіх, прежде всего, не предприниматели, а не люди. Да? У кожних людей на какой-то контролюючий орган или на любую проверку реакция неоднозначна. Кто-то нормально к этому относится, абсолютно адекватно, в робочі моменти. У кого-то начинаются там, скажем так, истерики, паники, какие-то переживания, звонки куда-то, консультации юристов. Там, ну, мы идем на встречу, ждем, консультируемся, объясняем, кто мы, что мы, почему мы пришли, на основании чего, на основании каких законодательных актов, что мы будем проверять, что нам надо. И, в принципе, после там, небольшого промежутка времени, когда ты все человеку объяснил, он это выслушал, уже понял, то все проходит нормально, без всяких вже ексесів. Ну, операція курорт взагалі і такі перевірки контрольні зрозуміли, в принципі, скажімо, процес захід, але це, ну, певною мірою, я б сказав так, боротьба із наслідками вже в кінці. Є якісь заходи, які, ну, можливо, профілактично діяли б на цей процес, на торгівлю, ну, в тому числі, звісно, і в зоні відпочинку? Ну, первое, когда вот идет курортный сезон, к нам обращаются предприниматели наши за получением лицензии, мы всем объясняем, что нужно, прежде всего, за продажу под акцизом товаров убивать кассовый чек, да? Вот деньги идут акциз, вот как сказал представитель сельсовета, Старостинская, да, что акцизный налог идет весь по местному бюджету, идет правильно. Ну, откуда берется этот акцизный налог? Акцизный налог берется 5% от того, что субъекты хозяйства на этой территории продали, от их оборота. Оборот, соответственно, идет от выбитых фискальных чеков, контролируется. Поэтому мы многократно уже повторяли, обращались ко всем предпринимателям и гражданам, что предприниматели должны выбивать чеки, граждане должны брать чеки. Это должно быть не просьба, это их незаконное право попросить, дайте мне чек. Чтобы это было как привычку. Зашли купить пачку сигарет, попросили чек. Зашли там в магазин купить пиво, не знаю, шампанского. Взяли чек. Каждый выбитый чек – это 5% идет акцизного налога, который потом будет уплачен непосредственно в местные, по месту торговли. Наявність касових апаратів, чеків, ви проверяєте також? Конечно, прежде, чтобы получить лицензию на алкоголь либо табак, нужно иметь касовый аппарат. Це необхідна умова для ліцензування. То есть, если у вас нет касового аппарата, то вы априори не получите никакую лицензию. Это тоже все контролируется. Ну, тобто, ті, у кого ви спіймали за незаконною торгівлею, вони не мали касових апаратів? Ну, вони не тратяться на такі? Кто-то, к примеру, имел касовый аппарат, но взял лицензию только на алкоголь. Посчитал, что если он будет, к примеру, продавать кальяны, то это ж не сигареты, на него не надо лицензии. Хотя кальян относится к такой же подакцизной продукции, табачным изделиям, на которые тоже надо иметь лицензию. И такие вот факты были тоже.
У нас залишається десь півтори хвилинки, хвилинка. Останнє запитання. Перевірки у зонах відпочинку чимось відрізняються від того, як ви дієте, перевіряєте, скажімо, в самому Миколаєві? Ні, нічим не відрізняється, просто проблематика є специфіка з адресами, які как бы, пишуться там возле, рядом, вулиці там бульвари Чорноморські, пішли дроби за каким-то, то есть, как выдаются, если там, в городе понятно, там адрес какой-то, проспект Центральный, там 25, да, то все знают, на карте есть, где он 25, можно найти. Mm-hmm. Ну, по большому счету, ничем они не отличают. Такие же проверки, все проходит в штатном, стандартном режиме, и ничего для нас нового в этом нету, ни сложного. Операції будуть продовжуватися в наступному році? Звісно, далі? Кожен рік у нас йде операція на рівні ДФС України «Акциз», і проходить операція «Курорт». Тобто це якби дві операції, які, в принципі, кожен рік йдуть. Дякую вам за сьогоднішню бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.